Дагестан, да и вся страна отмечают вековой юбилей всеми любимого поэта Расула Гамзатова. «Наш Расул» на проспекте, который носит имя народного поэта, стартовал крупнейший фестиваль народного художественного творчества. Подворье, мастер-классы, вкуснейшая кухня, книги, открытый микрофон и много всего интересного. Любава Маслова увидела все. Проспект Расула Гамзатова в эти дни – главная площадка празднования. Здесь расположились национальные подворья, на фестиваль художественного творчества съехались мастера со всей республики. Так, в Ахтынском районе до сих пор обрабатывают шерсть. Это фестиваль красок, вкусов и звуков. Со всех сторон доносятся национальные мелодии, которые исполняли предки еще сотни лет назад – на зурне, кумузе, пандуре. Народы Дагестана приехали других посмотреть и себя показать. Так, например, женщины Агульского района до сих пор одеваются на большие праздники, свадьбы и торжества. Ну и какой же костюм? Без богатых украшений. По костюму в старинные времена можно было узнать, из какой же семьи Агулка. Из богатой семьи или из не очень. Обычно вот быту без украшения одевают. Ну, бывают украшения, но не до такой степени. Вот пояс не носят, например, вот это все не носят, потому что там нам нужно заниматься физическим трудом. Посетил площадки фестиваля и глава региона. Он оценил культурное и этническое разнообразие народов Дагестана. Попробовал каждый на вкус. Здесь площадки на любой вкус, можно рисовать, читать стихи, научиться чему-то новому у прославленных мастеров. Перчинку мероприятию добавляют выступления пихлеванов, от трюков на канате голова кругом, а рядом выставка детских работ. Произведение «Мой Дагестан» мы включали и по его произведению, по впечатлениям, они делали картины линогравюры, которые у нас сейчас экспозиция. Но помимо линогравюры мы еще делали вот такие вот портреты и рисунки. Центральный проспект столицы собрал ценителей творчества поэта и многообразной национальной культуры со всей страны. Среди них и высокие гости. Он всю жизнь пел гимн любви, дружбе, хорошим чувствам. И люди чувствуют это. И сегодня и всегда это будет нужнее всего людям. Любовь и доброта. Вот Расул – настоящий народный любимец, такой народный поэт, человек, который выразил душу, причем многонационального народа Дагестана и всей России. Фестиваль «Наш Расул» продлится 3 дня и завершится 10 сентября. Жителей и гостей столицы ждет много всего интересного. Успейте посетить. Любава Маслова, Свет Кутиев, Джабраил Рабаданов. Время новостей.